сквере имени Михаила Гаденко зацветет сирень и черемуха. Сегодня артисты ансамбля «Танцы Сибири» вместе со специалистами управления зеленого строительства высадили деревья рядом с памятником Михаилу Семеновичу Гаденко, знаменитому хореографу. Кустарники появились здесь в честь грядущего столетия со дня рождения балетмейстера. Его будут праздновать 1 мая 2019-го. Саженцы выбрали не случайно. В репертуаре ансамбля есть музыкальная миниатюра под названием «Зацвела сирень черемуха». Мы ежегодно до появления, до открытия этого памятника, ежегодно мы посещали могилу Михаила Семеновича и чтили его память. Вот. И мне, конечно, очень приятно, что появился такой памятник. Теперь возле этого памятника появится, я надеюсь, что красивый сад. И у всех горожан, не только у нас, у артистов ансамбля, но у каждого красноярца будет возможность прийти, вспомнить про великого мастера, возможно, отдохнуть в тени замечательных деревьев.